Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Сегодня поговорим, куда скопировать папку сохранений с игрой, если, не дай бог, вы играли в какую-то игру, у вас полетела винда и сохранения исчезли. Вот мы сегодня, я покажу вам путь к этой папке. Немножко от темы игр отклонимся, но это как бы тема с играми, просто оказывается много людей не знает, куда копировать сейвы с игрой, то есть где хранятся сейвы с игрой. Сегодня это рассмотрим. Например, у вас есть вот сейвы, ну это аналогично с каждой игрой. Вот, к примеру, Manhunter, возьмем игру Manhunter, вот у меня есть сейвы с игрой, и вот куда их нужно скопировать. Заходим в мой компьютер. Дальше. Диск. Локальный диск C. Это может быть любое название диска, в которую установлено Windows. Зашли локальный диск. Дальше. Пользователь. Дальше. Имя пользователя, который вы создавали при установке Windows. В моем случае это Розе. Теперь нам нужна папка app data. Ее нет, она скрыта. Как ее обнаружить? Нажимаем сверху вид, если у вас 10 Windows. И тут есть скрытые элементы. Нажимаем галочку. И тут сразу появляется эта папка. Заходим в нее. Дальше local. Ищем папку с названием игры, которая вам нужна. В моем случае это Manhunter. Заходим в нее, видим Saved. Ой, видим похожее название с папками Saved, да? Похожее название. И просто закидываем эту папку сюда, заменой файлов. Ну, она может не потребовать замену файлов, но если потребует, то замените файлы. И все, вы можете теперь заходить в Manhunter и играть. С того момента, с которого вы закончили, были сохранения игры, вы их скопировали в папку Saved. С вами был Розе, всем до новых встреч.